Здравствуйте, дорогие мои! Что-то нас потянуло на новые темы. И мы запускаем еще одну линию программ «Чудеса экономии». И расскажем вам как о самых странных способах экономить, так и о самых экономных людях на Земле. Как все в человеческой жизни, экономия иногда принимает самые чудовищные или самые смешные лица. Существует столько забавных моментов, закачайтесь! И тем не менее, это такая сторона нашей жизни, к которой мы обращаемся постоянно, где бы мы ни жили и сколько бы мы ни зарабатывали. Экономим мы, экономят на нас, экономят за нас. И мы вам расскажем, как за счет сбора бутылок можно сэкономить деньги на дом, или как можно не покупать продукты, обходясь уж совершенно экзотическими способами. Или как экономно готовить или отдыхать, как европейцы экономят на одежде, как американцы экономят вообще, как экономно дарить подарки. Короче, с нами вы научитесь правильно экономить. А это, между прочим, прямой путь к богатству. Всего вам самого лучшего, дорогие мои. Приходите почаще, подписывайтесь на наш канал, мы вам рады. Всем пока!